мы вам сыграем сегодня 5 рассказов чехов. 5 рассказов. Каждый рассказ будет называться, мы их будем предварять, их будем называть рассказ «На чужбине», рассказ «Психопаты», рассказ «Злоумышленник», «Дипломат» и «Канитель». Вот эти все рассказы мы будем называть, и вы, я надеюсь, поймете, почему мы так обожаем Чехова, почему мы просто актеры обожают его играть. Итак, спектакль «Лица». Прилепись к жене. Прилепись к жене. И никаких разговоров у нас, Русских, нет. Прилепись. Нет, все. Это не правда. Мы тоже прилетаем. Thank you.
дорогие друзья, я, говоря от своего имени, от имени Владимира Александровича, буквально два слова. Мы благодарим вас за этот прием. Для нас Чехова играть вообще счастье, то, что мы приехали в Баку. Ну, это для меня родной город. Тех людей, которых у меня нет, которым я всегда вечно буду благодарен, которые всегда со мной. И это азербайджанцы, эти люди, которые сделали так, что ранили мое сердце, и я действительно считаю себя ранили мое сердце. Считаю себя принадлежащим к этим людям, к вашей нации, потому что это родные люди. Я надеюсь, я вчера говорил, простите, я сегодня повторю. Надеюсь, мы начинаем дружить домами, вот этот театр с нашим театром. Надеюсь, мы будем дружить просто актерскими кадрами, как говорят. Вот. И главное не забывать друг друга, потому что политики, политики, мы делаем свое дело, и это неразрывно.